Возвращение к октябрю. Наш народ под собою не чуя страны, восхищался ее широтой. В ней сердца заменяли мотором стальным от Руси, открестившись святой. Отошла благодать, и случилась война. Встрепенулась, очнулась, проснулась страна. Даже вождь, тот, что был и премудр, и хитер, вдруг почувствовал братьев вокруг и сестер. И безбожники штатные вышли за штат, испугавшись, что веру в стране разрешат. И заставит партийная та же печать за безумные речи потом отвечать. Но остались блокада, дуга, Сталинград позади, и страна обернулась назад. Отмотала историю до октября, и пошло духовенство опять в лагеря.